Загрузился. Рассказываю, что было перед этим. Всем привет, ребята! Все снова приветствую на моем канале Nick USA Trucking на Бизоне по Америке. И сегодня я начинаю новое видео. Всем спасибо, кто меня смотрит, кто подписывается, кто оставляет комментарии. Всем спасибо. Продолжайте также. Ну, а мы начинаем видео. Так что следите за видео. Я думаю, будет интересно. Стоим мы сейчас с Бизоном на загрузке. Загрузились. Стоим мы сейчас в городе Клинвотер, Флорида. И здесь я загрузился. Ну, а теперь я рассказываю. Ой, сейчас жарко на улице. Сколько у нас там? Всего лишь 88, но что-то так сильно как-то жарко. Ну, правда, поработал, загружал сейчас бакс этот. Ну, короче, рассказываю все по порядку, как было. Как помните, я взял, был груз с Миннесоты на Флориду. И я съехал на Флориду, ничего не снимал, потому что, да нечего было снимать. Ехал, наслаждался дорогой. И потом я приехал, разгрузился в понедельник. Это было у нас в понедельник, какое число у нас было-то? Было у нас 9 мая, я простоял целый день, ничего не выиграл, правда, я играл дорого, ничего не выиграл. Ну, а у меня там рядом сестра живет родная, то я поехал к ней в гости, там пообщались. И сегодня утром я выиграл груз на Миссури, на Спрингфилд, Миссури опять груз. Прислали информацию, все классно, все хорошо. Я приехал на пикап, открыл двери, а мне выходит шипер и говорит: cancel твоему лоуду. Думаю, нормально. Короче, пока выясняли, туда-сюда, сказали cancel, все. Я нашел ближайший тракстап, поехал на тракстап, съехал на экзит, на этот тракстап, это 30 миль отсюда. Звонит мне опять диспетчер, говорит: вернули этот груз, надо его забрать. Я опять поехал сюда. Правда, должны доплатить все это, все, что я катался. И у меня получилось теперь с этим переездами. Ну, правда, теперь я не знаю, сколько у меня выйдет, но взял я его по 95 центов с Флориды. Я его взял и должен был выехать. Но теперь, как я ездил эти мили, 60 миль, то они должны заплатить мне за эти 60 миль, доплатят, и потом уже будет ясно, сколько у меня получилось за милю. Так что сейчас мы ждем разрешения на движение, good to go, и едем мы на Миссури. На Миссури нам доставка будет четверг, и мы должны там разгрузиться. Так что всем приятного просмотра, а мы поехали поработаем. Следи за движением. Все, ребят, мы выезжаем уже на дорогу. Дали нам good to go, разрешили нам ехать. И нам туда ехать 1148 миль. Едем мы сегодня, завтра, и в четверг у нас разгрузка уже будет. Так что в четверг я уже буду играть уже с Миссури, Спрингфилд, Миссури. Что-то я туда зачастил на этой Миссури. Но, слава богу, есть грузы, так что можно ехать. Опа! Все, ребят, с Богом! В дальний путь! Так, хорошо, отдохнул с сестренкой. У нее бассейн. Дом свой. Так, хорошо. Ну, теперь можно и поработать. Что я вот думаю? Надо будет где-то заехать перекусить, я думаю.
Что-то эту недельку мне лень готовить самому. Надо перерывчик сделать. Continue on Florida 688 East for 3 miles. Все, вперед. Ну все, покидаю я Флориду. И неизвестно, когда я сюда обратно приеду. Заезжаем мы сейчас в Джорджию и поедем. Еще, может, пару часиков проеду, да уже и можно будет отдыхать, потому что разгрузка у меня в четверг, сегодня только вторник. Всем доброе утро. Всех снова. Здрасте. Всем снова здрасте, 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 ребята. Короче, вчера доехал, уже было темно, доехал до Пайлота, это у нас в Джорджии я уже нахожусь. Проехал я вчера 659 миль и решил уже отдыхать. Мне остается всего лишь почти ровно половина. 627 миль осталось, а это 10 часов езды. Ну, плюс еще одна заправка, остановка на обед. Так, ну я плотненько позавтракал сегодня. Вот. И выдвигаюсь. Вот здесь у меня. Вот у меня здесь тоже коллега стоит. Это Cargo Van. Это не со стеклами, как у меня. Супер сингл тоже. У него три рессоры. Стоит. Поднятый. Но он пустой. Я когда приезжал, он спал и стоял в другую сторону повернутый. Я проснулся, он, наверное, ездил на деливери. Разгрузился, кто-то заехал и стоит, ждет. Там еще он впереди у меня. Три стоит вена, но мы загружены, и нам не надо здесь стоять и ждать чего-то. Все, ребят, мы выдвигаемся. И следите за движением. А будет интересно. Ну что, ребята, все, приехал. Приехал я уже в Спрингфилд, здесь от меня 4 мили разгрузка, завтра утром в 8 утра. Я привез этот груз на медицинский центр, клиник-центр. Вот, и я завтра там буду разгружаться. Вот, вот такие вот дела. Свобода. Мы отдыхаем и наслаждаемся жизнью. Пока у меня есть время, я вам сейчас расскажу, потому что все спрашивают там, можно ли начинать этот бизнес в это время. Я вам скажу так, ребята, надо подождать ноября. Почему, я вам объясняю сейчас. Потому что все складывается именно вот в голосовании, которое пройдет 8 ноября здесь в Америке. Почему? Да потому что получается у нас сейчас на данный момент вы как уже знаете, что я сам не политик, но политическая такая вот складывается ситуация, что даже не политическая, а финансовая, потому что выделено много денег именно на вооружение. И поэтому у нас в ноябре, еще вот, это первое, что выделено много денег на военную операцию.
И второе, у нас опять начали заболевать в Китае коронавирусом. И все контейнера, все оно может остановиться. Это вторая ситуация такая. И, конечно же, выборы. Ожидается в ноябре, ожидается у нас очень большая инфляция. Очень большая. Это так, в общем. Ну, а и другая ситуация у нас сейчас на данный момент. Я уже знаю от многих лиц, что масло купить, чтобы у дилера купить масло на Mercedes, заменить масло. Пол Америки, даже может уже больше, масла нету. Чтобы купить, надо теперь заказывать или онлайн масло, или просто едешь к дилеру и меняешь масло. У них есть это бочковое, в бочках, которое масло. Они меняют. А так, чтобы купить масло, его нету. И другая, и еще одна ситуация. Все оно складывается в кучу. Сегодня официально уже объявили, что East Coast, это получается в, да, East Coast это у нас что? Восток. У нас на востоке страны, на востоке Америки, нехватка дизельного топлива. Это объявили сегодня LAVS, Pilot и TAIC. Так что, ребят, нехватка топлива начинается. Но сейчас они как бы хотят это урегулировать. И уже с западных, с западной части Америки уже отправлять туда. Потому что на востоке нету соляры. Почти нету. Еще она как бы есть. И вот к этому все идет подорожание. Подорожание соляры, подорожание продуктов, подорожание транспортировки. И все это вот выливается в эту всю глобальную такую вот систему, ребят. Так что здесь не тяжело сложить 2 плюс 2 или 1 плюс 1. И что оно будет, это все как бы ждем ноября. В ноябре все решится. Если все будет хорошо, то будет хорошо. Если все будет плохо, то будем надеяться, что все будет хорошо. Вот так вот я вам чуть-чуть рассказал ситуацию, которая сейчас у нас происходит. Давайте, ребят, кто хочет начинать этот бизнес, сами решайте, начинать вам или нет, потому что все будет дорожать. Конечно, можно, я согласен. Можно сейчас взять вена по этой цене, но еще надо ждать полгода. Получается, если вы сейчас закажете его, то у вас придет этот вен придет уже в конце лета. Даже уже осенью придет этот вен. И начинать этот бизнес, я не знаю. С такой соляркой, тем более еще как бы диспетчера и брокера не хотят сильно поднимать цены на эти грузы. Так что будем посмотреть. Будем надеяться, что все будет хорошо. Будем надеяться. И будем держать кулаки. Я думаю, что все будет нормально, но как по мне, то я бы сейчас, на данный момент, я бы еще подумал, начинать этот бизнес или нет, потому что все оно как-то складывается не очень в хорошую сторону пока. Вот. Ну, а если кто хочет рискнуть, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Так что, кто рискует, пусть рискует, только им удачи. А вам спасибо, что смотрите меня, что подписываетесь, что оставляете комментарии. Ну, а Колька пошел отдыхать, спать. Да, и еще. Вот.
И у меня много вопросов задают про кондиционер. Покажи кондиционер, какой ты купил. Ребятки, есть видео на моем канале, называется «Покупка года». Если кто хочет посмотреть, что это за кондиционер, то можете набрать это видео. Я его поставлю в описании. И можете нажать и посмотреть, что это за кондиционер. Вот. Сейчас, кстати, завтра выходит новый кондиционер. Он мощнее. Ну и стоит, конечно, он уже $1900. Он мощнее, батарея мощнее, и работает он уже 8 часов плюс без прерыва. Мой работает от 6 до 7 часов. Это уже проверено. Я проверял, в этот раз во Флориде стоял. У меня 7 часов, он без перерыва шуровал только так. И еще я его выключил, потому что уже надо было вставать, ехать на разгрузку. Так что такие вот дела, ребят. А вы следите за движением, будет интересно. Кстати, вот этот фланжей, я его что-то его и не помню. Сколько ездил по 44-му фривею, а этого фривея, ну, не помню вообще. Или он новый построился, или я на него никогда не заезжал. Ну, похоже, что новенький. Похоже, что новенький. И внутри так сделано все цивильно. И здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5. Я 6-й стою из венов. Так что завтра у нас день, и завтра будем играть на грузы. Всем доброе утро, ребята. Сегодня прекрасное утро в Мизури. Вот так. Не обращайте на мою прическу внимания. Ее надо уже подстригать, эту прическу. Так, ну, а мы сейчас пройдем вокруг машины. Все посмотрим, все ли в порядке. И едем мы на разгрузку сегодня уже. Все. Так, груз у нас стоит. Ничего с ним не случилось. Да и что с ним случится, потому что его Колька возит. Так, ну что, все, ребятки, выдвигаемся мы на разгрузку. Сейчас разгрузимся, и нам будет счастье. Сейчас разгрузимся, ребят, и будем играть уже на грузы. Вообще-то уже такое желание поехать домой. Ну, как получится. Это уже как получится у нас. Поедем мы домой, чи не домой. С Мизури. С этого места не знаю. Люпист. Люпист. Вот так вот. Нам надо на Люпист. Люпист. Солнышко светит, прекрасное утро у нас, так хорошо, так прекрасно. Настроение приподнятое. И мы продвигаемся к delivery, к разгрузке. Не знаю, как там будут разгружать. Вчера, кстати, мимо я проехал, это где я должен был разгружаться. Там ни даков, ничего нету. Как они будут его разгружать? И форклифта я не видел там. Это вообще медицинский центр. Ладно, разберемся. Вот по какой дороге повела меня GPS. Частному району, так что я вам, ребят, еще покажу, как здесь в Мизури, город Спрингфилд, люди живут. А вот так и живут, так. Бабуля. Это же интересно, почти во всех таких маленьких городишках обочины вообще нету.
говорю, а если вот так вот, здесь, кстати, снег выпадает даже. И так вот снега навалит, и даже не видишь, где дорога заканчивается. Так же обеспечено в кювет заехать. Живут люди не спеша, утром выйдут, обойдут свое хозяйство, как это, свои владения и отдыхают. Это вот в Америке только такая движуха в жизни, это большие города, города-мегаполисы, это Лос-Анджелес, там Нью-Йорк. А здесь вот где-то Оклахома, вот это Миссури, все такие маленькие посередине штаты. Я вот сколько замечаю, живут себе размеренно. Ах, какой яма, блин. Живут себе люди, наслаждаются жизнью. Так, вот он впереди, впереди у нас здание. И вот там вот у нас это мы будем разгружаться. Сейчас мы будем посмотреть. С правой стороны здание. И там вот мы будем разгружаться. Приехали. Так, куда там заходить и что нам говорить? Сейчас будем разбираться. Сейчас у нас будет разборки. Там строительный мой. Я думаю, где стройка, скорее всего. Я буду разгружаться. А как заходить туда? Ага, вон есть там открытые двери, ворота. И мы сейчас там вот так вот, вот и заедем. Head east toward West Grand Street. Сейчас пойдем все узнаем, ребят. И нам будет счастье. Так, нашел. Где я буду разгружаться, только у них ни форклифта, ничего нету. Как они будут разгружать, и меня это вообще интересно. Тогда мы сейчас развернемся, чтобы удобнее было выгружать. Что стоим под уклоном. In 400 feet, turn right onto West Grand Street. Я привез какой-то станок для зубного техника, оказывается. Так что... Сейчас как они будут разгружать, я не знаю. Our goal is to probably lift it down, hopefully quickly unpack it. It is on wheels, so once we get out of here, okay. So if we can set it down, get it down, yank it out of the box, and then carry it inside, that way we don't have to roll the wheels on this concrete. Do that as quickly as possible. I think what we'll be able to do is once we get it off the truck on the pallet, we can swing the pallet so it's right there at the door and pull it off the pallet into the into there. That way it never touches concrete. Excellent. Okay, I move it forward from here. All right. Here we go. I don't know when we need all you guys. He said 400-500 pounds, so I was like, okay, I'll go. Get six guys, I'll be going on the beast. There you go. Okay.
Я разгруженный и свободен, как ветер. Все, теперь будем играть на грузы дальше. Сейчас жду как раз информации, когда уже все подтвердят, что я разгрузился. Ребят, странная ситуация. Я подъехал сюда. Короче, не было здесь ни форклифта, ни как разгружать. Что за ситуация произошла, я не знаю. Короче, который там человечек ходил, так чуть ли не в костюмчике. Что он, куда он звонил, я не знаю. Или диспетчеру, или брокеру. Короче, присылают мне телефон. Говорит, звони этому водителю, он приедет, поможет тебе разгрузиться. А мы уже разгрузились. Вон они взяли руками все. И все. И вынесли его. Странно. Ну, он вообще какой-то странненький этот начальник был, если честно. Ну, теперь ждем сейчас информации, подтвердят, что мы разгрузились. Вообще, я вообще, если честно, не понял, для чего был второй водитель разгружаться. Когда я приехал на разгрузку, все, без проблем. Мне подписали и все. Странно. Ладно, а мы сейчас ждем, едем обратно на Таргстаб. И уже начинать будем играть на грузы. Так что спасибо всем, кто меня смотрит, кто подписывается, кто оставляет комментарии. Всем удачи, а мы увидимся в следующем видео. Всем пока!